Привет, мальчики и девочки, все остальные. Меня зовут капитан Джек Воробей. Наверняка до вас уже дошел слух о том, что капитан Джек Воробей набирает себе команду с целью отправиться на поиски источника вечной молодости, что является враньем, грязной ложью. Я говорю быстро, потому что у меня остается 30 секунд. Короче говоря, я не пил рому перед тем, как снимать это видео. И хочу сказать вам, я абсолютно трезв, я больше не пью. Первые 30 человек, которые поставят лайк под этим видео, будут приглашены мной вступить в мою команду и отправиться на поиски источника вечной молодости. Возможно, я не похож на того, кто был у источника вечной молодости, смотря это зависит от это зависит от освещения. Я жду ваши лайки. До встречи, господа. Ваш капитан Джек Воробей.